Добрый вечер, друзья. Хочу показать корм, которым кормлю на сегодняшний день. Вот эти гранулы посветлее, это пищевая сера. Без нее невозможно, потому что могут щипать своих деток. Вот это добавляем. Ну, ввиду того, что маленькие детки, и в зависимости от их возраста, голуби выбирают из этого всего несколько дней один корм, потом другой, потом третий, потом четвертый, потом пятый. Когда растут, от этого и голубка или голубь выбирает, чем их кормить. Поэтому мы даем вот такой корм. Еще раз говорю, все в нем есть. Все, что только может быть. Всем удачи. Давайте, что? Красавчики, научились владеть собой же. Все по гнездам. Уже многие сидят. Садятся, друзья, потихоньку. Красавчики наши. Все так живые. Что это сила. В общем, все бегают. Удачи, друзья. А черный с белой спарфался. Ну-ну, давайте.
посмотрим. Всех благ, друзья, давайте кайфуем от голубей.